Итак, давайте начинать. Я представлюсь. Меня зовут Александр Струков. Я живу в городе Харьков. И сегодня я проведу эту информационную бизнес-встречу, на которой я расскажу о том, как можно зарабатывать сегодня абсолютно любому человеку деньги через интернет, как можно строить бизнес, высокодоходный бизнес, формировать мощные источники дохода на всю жизнь. И такую возможность нам дает очень мощный рынок, это рынок интернет-технологий. Потому что сейчас именно интернет приходит в каждый дом, приходит на любое коммуникационное устройство, он становится мобильным и очень мощно развивается по всему миру. Количество пользователей интернет становится все больше и больше, постоянно увеличивается, и очень большое количество компаний разных открывают разного вида бизнесы, открывают проекты, имея многомиллионные клиентские базы, зарабатывают на этом миллиарды долларов. То есть это очень мощный рынок, на котором крутится огромное количество денег. И тут очень важно понимать, что есть возможность тоже строить бизнес в интернете и извлекать эти деньги себе в карман и формировать мощные источники доходов. Так вот, какое сейчас направление в интернете самое перспективное и быстро развивающееся? Это рынок видеосвязи. Это технологии видеообщения, которые сейчас начинают очень мощно развиваться, и на сегодняшний момент этот рынок является самым быстро растущим рынком в мире. Если посмотреть, то в каждом магазине сейчас продаются смартфоны и планшеты. Для чего они сделаны? Для чего сделаны эти коммуникационные устройства? Они оборудованы фронтальной веб-камерой, они имеют подключение к интернету и нахождение в интернет в онлайн-режиме. Это все позволяет нам общаться уже не в голосе, а в видеорежиме. И все коммуникационные устройства сейчас современные, они именно разработаны под видеообщение. И максимум через 3 года уже все люди будут общаться со смартфонов, планшетов в видеорежиме. То есть это будет норма жизни. И поэтому, как когда-то мобильные операторы заходили на рынок пустой, да, и формировали сети пользователей голосовой связи, потом этот рынок и были сформированы, и сейчас те компании, которые заходили на этот рынок 10-15 лет назад, стали очень мощными коммуникационными компаниями, зарабатывают на этом очень большие деньги. Так вот, сейчас на рынок заходит мощная коммуникационная компания, которая называется iWire. Она выходит на рынок с новыми технологиями потокового видео, которые позволят каждому человеку общаться в видеорежиме с мобильных устройств, со смартфонов и планшетов. И сейчас формируется рынок пользователей видеосвязи. И можно на этом очень хорошо зарабатывать и построить для себя серьезный бизнес. А что это компания? Компания называется iWire. Это американская компания. Она создана в 2007 году в штате Техас. Компания является одним из ведущих разработчиков потоковых технологий. Компания имеет свою индустрию, сеть дата-центров, которая построена по всему миру. Компания имеет свои собственные технологии, которые разрабатывают лучшие IT-разработчики в мире. Компания iWire уже оказывает больше, чем 2000 корпоративных клиентам услуги. Это очень крупные компании мирового уровня. Бизнес развивается больше, чем в 100 странах мира, и нет границ для этого бизнеса. Там, где есть интернет, там и можно использовать как технологии, так и зарабатывать на этом деньги. И компания работает на своих собственных инвестиционных средствах и сейчас вкладывает очень большие деньги в развитие этой индустрии, развитие этого проекта. Откуда деньги в компании? Деньги от инвесторов. Инвесторами компании являются уже очень богатые люди. Это Ди Конрад. Он является основным владельцем компании Hewlett Packard и Dell Computer. Майкл Спюрет – это совладелец компании Intel и IBM. Род Каньон – это основатель и президент компании Compaq Computers. Всех этих инвесторов объединил между собой Билл Старки. Он является основателем и президентом компании iWire. Кто это люди? Это уже успешные люди, это состоявшиеся миллиардеры, которые заработали огромные деньги на рынке IT-технологий. Они ясно знают, что это за рынок, куда он двигается и куда дальше вкладывать деньги для того, чтобы получать максимальные прибыли. Поэтому я думаю, что каждый
желание идти вперед там и строить какой-то бизнес уже с успешными людьми, которые знают, что они делают, а не с какими-то новичками, которые в этом не разбираются. Компания iBuy зарегистрирована в Ассоциации прямых продаж Америки и имеет соответствующий сертификат. Она является полноправным членом Ассоциации прямых продаж Америки. И из 4000 компаний, которые работают на рынке прямых продаж, всего лишь 180 компаний имеют такой сертификат. То есть это говорит о супернадежности компании. Что компания дает на рынок? Компания дает на рынок технологии, которые позволят каждому человеку перейти от текстовых и голосовых технологий в режим видеообщения. Первый продукт, который компания разработала и выпустила в 2011 году, это сервис видеопочта. Если сейчас миллиарды людей пользуются обыкновенной текстовой почтой, то со временем все перейдут на видеопочту, потому что это очень удобно. Тут не нужно печатать текстов, вы можете со своей камеры компьютера надиктовать информацию, записать видеоролик, оформить его в красивый шаблон и отправить на любой почтовый адрес мира. И человек получит не текст, который необходимо читать, а получит письмо, видеоролик, посмотрит и получит вот эти все эмоции, переживания, которые вы можете передать в видеоформате и которые нельзя передать в тексте. Также эта технология позволяет продвигать любой бизнес через интернет. Это является мощнейшим видеомаркетинговым инструментом, потому что эта технология позволяет до 10 тысяч видеоимейлов с разными рекламными роликами или же с какими-то предложениями отправлять в течение суток и обслуживать большое количество людей, информируя их о каких-то новинках, а также привлекать новых клиентов в бизнес. Также эту систему можно полностью автоматизировать, запустить один раз, настроить несколько рекламных кампаний, и они будут работать в автоматическом режиме без вашего участия. То есть мощные видеомаркетинговые технологии, которые позволят применять их в самых различных областях применения. Следующий продукт – это система видеоконференц-связи. Вот это та система, которая позволит перейти каждому человеку от голосовых технологий в режим видеообщения. Она полностью вытеснит систему голосообщения, потому что это очень удобно. Это будет работать как на компьютерах, так и на смартфонах, и на планшетах. И с помощью этой технологии можно будет общаться, и уже можно общаться как для личной жизни, в один на один, вдвоем, втроем, пятером, также и для профессиональной деятельности применять эти технологии для проведения совещаний, собраний, тренингов, презентаций в самых различных областях. Конференция, которую компания предлагает, вмещает до 500 участников одновременно, 8 видеокамер можно подключать одновременно, есть функция чата, есть функция голосования, тестирования, можно показывать любой документ, файлы, видеоролики, все что угодно. То есть многофункциональный видеокоммуникационный инструмент, который можно использовать в самых различных направлениях. Следующий продукт – это система телевещания. Что это такое? Это собственный телевизионный канал. Каждый человек, имея эту технологию, может делать трансляции на неограниченное количество людей через каналы интернет. Мы сейчас находимся именно на таком телеканале. Вы все меня видите, слышите. Я показываю сейчас слайды. Есть функция чата, где можно передавать текстовые сообщения, можно передавать ссылки. Также тут есть возможность файловой библиотеки, когда каждый клиент, партнер может загружать неограниченное количество информации и воспроизводить ее через интернет и как бы делать трансляцию этой информации. Поэтому мощная технология, и все это работает на технологии потокового видео, и по мере того, что видеосвязь перейдет с голосовой связи на видео, перейдет точно так же и эфирное телевидение со временем перейдет на каналы интернета, и вы уже все прекрасно видите, что кроме смартфонов и планшетов уже продаются смарт-телевизоры, которые позволят, имея это устройство, через технологии потокового видео смотреть все, что происходит в интернете. Следующий продукт – это продукт V5, это новинка, он вышел буквально несколько недель назад. И это действительно взрыв на рынке, потому что это продукт, который является аналогом программы Skype премиум версии. Только он по функциональности намного технологически и намного выше.
Тут общаться между собой, есть та же самая функция чата, голосования, можно показывать через файловую библиотеку любые файлы, видеоролики, все что угодно, воспроизводить. Есть еще функция видеопочты. Все это связано в одну единую систему. То есть очень мощная технология, классный продукт, который будет пользоваться сейчас с очень большой популярностью. И именно сейчас идет очень большое количество регистраций, потому что это продукт массового спроса, и он сейчас стал доступным. И в чем отличие от компании, это что вообще компания дает? Компания разработала технологии, которые намного выше превышают все уже существующие технологии. Она построила мощную индустрию сеть дата-центров, через которых идет передача видеосигнала по всему миру. Мы не используем никакого программного обеспечения абсолютно, то есть для того, чтобы общаться через наши технологии, не нужно устанавливать никаких программных обеспечений и программ. И имея такие технологии, компания создаст такой продукт, который будет менять в себе все самые главные преимущества самых крупных компаний. У нас уже есть видеопочта, которой будут пользоваться миллионы человек и миллиарды. У нас уже есть собственный Skype, программа V5, технология V5. У нас уже есть мощные инструменты и технологии для видеоконференц-связи, конференц-комнаты, канала вещания, такие, которые дает компания Cisco. Только цена у нас намного дешевле. У нас уже в будущем, этим летом, будет сервис такой, как YouTube, и сейчас строится социальная сеть, в которой будет все, что есть самого популярного в интернете. То есть каждый клиент получит все сервисы, которые пользуются очень большой популярностью в интернете. И понятно, что это будет интересно очень большому количеству людей. Почему? Потому что если в Skype сотни миллионов, в YouTube миллиарды, в Facebook миллиарды, то если объединить эти сервисы между собой, это будет очень интересно каждому человеку. Но самым главным преимуществом компании iWavy является еще то, что ни одна из этих компаний, ни Skype, ни YouTube, ни Facebook, ни Cisco никогда не платили деньги за продвижение своих технологий на рынке. А мы что делали? Мы рекомендовали эти сервисы. Мы строили для них клиентские базы, устанавливая программу Skype и рекомендуя своим друзьям, рассылая видеоролики с YouTube или приглашая своих друзей в свои социальные сети. Таким образом, мы за несколько лет работы построили для них клиентские базы. Эти компании зарабатывают сейчас миллиарды долларов, только никто с этого ничего не имеет. Так вот, компания iWavy предлагает делать то же самое и зарабатывать на этом деньги. И так как сервисы компании iWavy будут востребованы и интересны огромному количеству людей, то, соответственно, тут можно заработать любому человеку серьезные деньги, потому что компания iWavy ставит самые высокие цели, выходя на этот рынок, и планирует стать глобальной мобильной видеокоммуникационной компанией. И так как в этом будет участвовать большое количество людей, дать возможность заработать на этом деньги, сделать большое количество людей богатыми людьми и выпустить на рынок самое большое количество долларовых миллионеров, чем любая другая компания. Если вы все прекрасно знаете такие компании, как Skype, Apple, Google, Microsoft, Cisco, то максимум через 2 года, это может даже и быстрее, каждый человек на планете Земля будет знать о компании iWavy. Это будет такой же узнаваемый бренд, это будет такая же глобальная компания, которая будет миллиардные товарообороты. И в ближайшие 3 года компания полностью изменит всю систему общения в мире. Почему? Потому что, как я уже сказал, если сейчас норма жизни, абсолютная норма жизни, это общение по мобильному телефону в голосе и всех устраивает, да, то через 3 года абсолютной нормой жизни будет общение в видеорежиме со смартфона, планшета. И если кто-то сейчас до конца не понимает все перспективы, я рекомендую разобраться в этом, потому что на сегодняшний момент это самый мощный рынок, который сейчас активно развивается. И все только начинается, все только стартует. Так вот, компания iWavy предлагает зарабатывать деньги, предлагает идеальный бизнес абсолютно для каждого человека. Почему? Потому что это глобальный интернет-бизнес с готовой бизнес-системой под ключ.
вы получаете готовую бизнес-систему, по которой, делая простые действия, абсолютно каждый человек сможет зарабатывать серьезные деньги и выходить на высокие доходы. При этом тут нет никаких хлопот. Почему? Потому что нет физических продуктов. Мы свои продукты заставляем мгновенно через каналы интернет. И мы имеем в этом бизнесе полную свободу, потому что мы не привязаны к конкретно взятому месту. Мы можем работать дома, в офисе, мы можем путешествовать и, имея всего лишь два устройства, компьютер и подключение к интернет, строить этот бизнес, зарабатывать и контролировать развитие своего бизнеса. Причем в этом бизнесе мы сами определяем часы работы, которые мы можем тратить на этот бизнес. Совмещая ее с обучением, сейчас в этот бизнес подключается очень много студентов. Также, если вы работаете на какой-то работе или же занимаетесь другим каким-то бизнесом, другим направлением, вы можете, выделяя 2-3 часа свободного времени, развивать это направление и зарабатывать очень серьезные деньги. Так вот, что нужно для того, чтобы зарабатывать деньги в компании iWire? Для этого нужно стать партнером компании и приобрести себе коммуникационный пакет, стартовый пакет. Их два вида. Есть пакет V5, он стоит $35, и есть полный коммуникационный пакет, который стоит $220. В чем их отличие? Отличие в скорости развития бизнеса, в скорости заработка. То есть если вы амбициозный человек, если вы нацелены на серьезный результат и хотите зарабатывать серьезные деньги, это, конечно же, только пакет за $220. Но если таких денег, как бы нет, сейчас реально большое количество людей зарабатывают очень маленькие деньги, то есть возможность начать свой бизнес с небольшого коммуникационного пакета, купить стартовый пакет за $35, заработать, а потом перейти на 220. Какие возможности дает стартовый пакет за $35? Я хочу задать несколько вопросов сейчас в аудиторию. Я думаю, что все зарегистрированы в социальных сетях, все пользуются мобильным телефоном и, ну, я думаю, что большинство пользуется программой Skype. И вспомните, когда-то вы покупали стартовый пакет мобильной связи и рассказывали своим друзьям о чем? Что вы пользуетесь МТС, Киевстар или же там Билайн, у кого какие операторы. Что делали ваши друзья? Они подключались в эту же систему. Для чего? Для того, чтобы общаться с вами дешевле. И никто на этом не заработал. То есть вы давали рекомендацию этого сервиса, компании вам за это не платили деньги. Представьте себе, если бы вы в социальной сети добавляли друзей, и вам за каждого друга платили бы по $1. Кому нравится такое предложение? Быть в социальной сети, добавлять друзей, и за каждого друга вам будет платить по $1 каждый месяц. Поставьте плюсики, пожалуйста. Супер, есть люди такие, отлично. Мне тоже очень нравится, только ни одна социальная сеть этого не сделает. Ни ВКонтакте, ни Фейсбук, ни Skype точно так же не будет платить деньги. Это сейчас делает компания iWire. Представьте себе, что есть возможность сейчас войти в сеть пользователей видеосвязи и подключать сюда людей. И за каждого человека, которого вы подключите в эту систему общения, вы будете получать $1 постоянно каждый месяц. Потому что все платят $10 абонплату, и с каждой абонплаты вам будет идти $1 с тех людей, которые вы лично подключите. Но есть еще двухуровневая программа, потому что ваши друзья будут точно так же рекомендовать этот сервис своим друзьям. Так вот, вы будете получать $1 еще со второго уровня вашей организации. Если просто сделаете простой подсчет, то подключив всего лишь 10 человек, вы будете зарабатывать $10. Позволит вам не платить абонплату, она будет списываться с комиссионной. А это можно сделать, ну, я скажу вам, в первый месяц сотрудничества с компанией. Дальше, друзья, будут подключаться все больше и больше. Если вы подключите 10, 100 человек, вы будете зарабатывать $100. Если ваши друзья сделают по 100, вы будете зарабатывать $10 000. Вот такие есть возможности в разных вариантах зарабатывать деньги только на маленьком пакете. И этот пакет дает возможность заработать деньги и перейти на премиум пакет, который дает возможность получать доход по мощнейшему маркетинг-плану. На сегодняшний момент это самый высокодоходный маркетинг-план в истории MLM-бизнеса, который
дает нам возможность зарабатывать деньги по 7 мощным источникам дохода с неограниченной глубины. Представьте себе, маленький пакет $35 дает вам только 2 уровня. А если вы будете иметь $220 пакет, вы зарабатываете с каждой абонплаты, которую будут платить партнеры и клиенты, с неограниченной глубины свой процент. То есть те, кто понимают вот эту перспективу, понимают перспективу этого рынка, то тут все понятно. Если сейчас партнеры, которые присоединятся к этому бизнесу, серьезно поработают всего лишь пару лет, они создадут мощнейшую организацию, сеть пользователей видеосвязи и будут зарабатывать от этого товарооборота свой процент десятилетиями в будущем. Поэтому тут действительно очень большая возможность. И именно большая возможность на большом пакете на за $220, которая позволяет очень быстро зарабатывать деньги, строить организацию. Если вы подключились на $220 и подключаете нового партнера на $220, хоть и это можно делать в принципе и на маленьком пакете, то вы получаете своих комиссионных $50 за эту регистрацию. Если вы делаете 4 личных подключения на $220 в течение месяца, вы получаете $100 бонус по клубу Орлов, так называемый Eagle Club. У нас сейчас есть супер акция. Если сейчас присоединяются новые партнеры, это работает как для уже существующих, так и для новых партнеров. Компания объявила акцию. Те, кто подключается к этому бизнесу в течение месяца, делают 2 Eagle Club. Компания сделает приглашение на выезд в Америку, на саммит, на трехдневный семинар компании в Техасе. Официальный офис, бункер, путешествия на яхте, развлечения, бизнес-обучение от миллионеров, которые очень успешны в бизнесе. То есть сейчас каждый человек может использовать эту возможность и уже осенью съездить в Америку и посетить классное мероприятие. Поэтому присоединяйтесь к бизнесу, кто еще не в бизнесе, кто уже в бизнесе, активно включайтесь в работу, выполняйте это условие, и такая возможность выпадает не так часто. Дальше, подключая все новых партнеров, вы формируете свою организацию. Система построения команды используется дуальная, она позволяет зарабатывать деньги не только за счет вашей активной работы, но и за счет работы всей команды с неограниченной глубиной. Если вы подключаете 2 личных партнеров в бизнес, они начинают формировать левую и правую команду. И дальше всех своих дальнейших партнеров вы будете подключать уже под них. Таким образом, вы будете помогать им строить этот бизнес. То есть это мощная система взаимодействия, где очень важно быстрое принятие решения. Те, кто принимает решение, регистрируются, они получают уже позицию в этой системе, и в дальнейшем под них уже будут идти регистрации тех людей, которые находятся выше. Вот. Поэтому тут очень важно понять эту систему, и кто быстро принимает решение, уже через неделю, через две в их организациях находится по несколько десятков, а то и больше новых партнеров, которых они даже не знают. Дальше система заполняется и формируется товарооборот. Товарооборот идет от всего. От подключения на маленькие пакеты $35, от подключения на маленькие пакеты $220, от абонплаты $10 и $25. Формируется товарооборот, который пересчитывается в баллах. Как только 250 баллов накапливается в левой и правой команде, формируется цикл, он закрывается, и вам сразу же выплачивается $25 на счет. И сначала этот товарооборот будет такой, что будет происходить несколько раз в месяц, потом несколько раз в неделю, потом несколько раз в день, потом несколько раз в час, а потом это будет делать каждую минуту. То есть реально можно, поработав определенное количество времени, год-два, сформировать такую систему, которая позволит вам иметь мощный финансовый поток постоянно. И вы, подключив всего лишь 2 личных партнеров,
получаете возможность зарабатывать деньги с неограниченной глубины. Никаких ограничений по выплатам, никаких ограничений по глубине. Формируя товарооборот, вы выходите на новые квалификации, и статус международного директора позволяет получать еще один бонус, бонус соответствия. Что это такое? Это 10% заработка всей вашей организации до неограниченной глубины. Представьте себе, что у вас есть несколько сотен или, допустим, тысяча партнеров, которые строят бизнес, пользуются продуктом и зарабатывают на этом деньги. Так вот, вы будете иметь 10% заработка каждого вашего партнера с неограниченной глубины. Если ваши тысячи человек будут зарабатывать всего лишь по $100, то для вас это будет дополнительные 10 тысяч долларов дохода. Причем этот бонус будет постоянно расти до 30%, и ни одна компания в мире не выплачивает бонус соответствия 10, 20, 30% с неограниченной глубины. Нет таких компаний. То есть это мощнейший бонус, который даст нам серьезные доходы. И этот бонус, чем мне нравится, он позволяет выстраивать мощную систему взаимодействия, потому что в нашей системе очень выгодно тем, кто людей приглашает в этот бизнес, не просто помогать, а выводить их на серьезные суммы доходов, потому что с каждого вашего партнера, которого вы подключите в эту систему, который будет зарабатывать серьезные деньги, вы будете иметь свои 10, 20 или 30%. То есть это выгодно всем. Поэтому тут идет мощная командная работа, где каждый человек помогает друг другу строить бизнес и зарабатывать деньги. Следующий бонус очень классный. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто хочет иметь классный автомобиль, кто хочет иметь автомобиль за 25-30 тысяч долларов. Но не имеет такой возможности. Есть такие люди. Я скажу, что таких людей очень много. Многие люди никогда такие автомобили не купят, если они не смогут, не изменят ту систему действий, чем они сейчас занимаются. Потому что, зарабатывая небольшие деньги, работая на кого-то, невозможно купить такой автомобиль. У нашей компании есть возможность для любого человека, который присоединяется к этому бизнесу, уже в этом году выйти на статус международного директора. Для этого потребуется 3-4 месяца работы, для кого-то потребуется полгода, может быть, кому-то потребуется для этого год. Но реально это можно сделать в нашей компании. С этого статуса компания дает $500 бонус для того, чтобы мы пошли в салон, выбрали себе автомобиль, взяли его в кредит, и компания будет закрывать этот кредитный договор за счет этих средств. Причем этот бонус будет постоянно расти до 1000 и до 3000 долларов по мере того, как вы будете выходить на высшие и высшие квалификации. И эти деньги компания будет платить постоянно. Вы выплатите один автомобиль, сможете взять другой или же увеличивать их количество. Поэтому те, у кого нет возможности купить автомобиль в ближайшие 10 лет, присоединяйтесь к бизнесу компании iWavy, и вы можете уже в этом году на себе приобрести классный автомобиль. Поэтому я рекомендую для тех, кто не принял еще решение присоединиться к бизнесу, сходите в ближайший автосалон, выберите себе классный автомобиль, который вам нравится. Сядьте за руль, посидите, потрогайте его, погладьте торпеду, почувствуйте запах нового автомобиля и подумайте, а когда вы такой автомобиль купите? Если вы других вариантов не найдете, кроме как компания iWavy, поэтому потом приезжайте домой, регистрируйтесь и начинайте строить бизнес на самом мощном рынке, самой мощной компании, которая платит самые большие деньги. И вот карьерная лестница, вернее, вот на этом слайде видно, что уже наши партнеры получают автомобили, и уже 3 автомобиля получено в мае месяце. Вы видите этих людей. Максим Литвинов, Андрей Сос, Евгений Свобода получили уже автомобили от компании. И в этом году будет сотня, а то и больше партнеров, которые получат свои новые автомобили за счет компании. Вот карьерная лестница, благодаря которой мы зарабатываем деньги. И тут видно, что в первый месяц работы, делая простые действия, вы можете заработать несколько сотен долларов. А потом, увеличивая товарооборот, увеличивая свою команду, выходить на доход
несколько сотен долларов, тысячи, десятки тысяч долларов. Международный директор позволяет зарабатывать уже от 2 до 10 тысяч долларов, иметь 10% помощь бонус и иметь автомобильный бонус. Это уже серьезный статус, первый серьезный статус, который позволит вам иметь хорошее качество жизни. И размер доходов в компании ограничения никакого не имеет. Все зависит только от того, насколько высокие цели вы ставите и насколько вы амбициозны в своей жизни. И я скажу такую вещь. Почему большое количество людей – бедные люди? Потому что они не знают, что такое вообще цели, они не ставят цели в своей жизни или же имеют маленькие цели. 300-500 долларов в месяц, меня это устраивает, не хочу ничего не менять. С такими людьми нам не по пути. Если вы хотите что-то менять в своей жизни, если вы хотите зарабатывать намного больше, то тогда присоединяйтесь к бизнесу компании iWavy, ставьте самые высокие цели, не бойтесь этого делать. Поставьте планку самую высокую в несколько десятков тысяч, в несколько сотен тысяч долларов, и у вас есть возможность это все реализовать. И так уже сделали большое количество людей, и благодаря вот этому мощному маркетинг-плану, вот этой таблице, где наглядно видно, что делая простые действия, можно эти деньги заработать. Давайте проведем пример. У каждого человека есть 100, 200, 300 знакомых. Если вы присоединяетесь к бизнесу компании iWavy, значит, вам понравилось это направление, значит, вы понимаете, что на этом рынке можно заработать, сотрудничая с нашей серьезной компанией. И если вам понравилось, то однозначно среди ваших людей найдется пару человек, которым тоже это понравится. Каждый человек сможет подключить хотя бы два личных партнера в этот бизнес, если он поставит цель. Нет ничего невозможного. Если вы первый месяц подключите всего лишь двух личных партнеров и на второй месяц поможете своим партнерам сделать то же самое и будете работать в таком направлении, чтобы каждый новый партнер подключал как минимум два новых партнера каждый месяц, в первый месяц работы, то за год работы ваша организация вырастет до 4096 человек. И за эту работу по нашему маркетинг-плану компания вам выплатит 213 тысяч долларов. И уже на последний месяц работы ваш доход будет составлять больше, чем 100 тысяч долларов в месяц. А если вы будете подключать каждый месяц по 2 человека, а если вы будете подключать по 4 или по 10, как это сейчас происходит, добавляйте еще по такой таблице, суммируйте и понимаете, какие это возможности. И тут действительно очень большие возможности, и большое количество людей уже вышли на серьезные заработки от 10 тысяч до 100 тысяч долларов. У нас уже есть лидеры, руководители нашей компании, которые зарабатывают такие деньги. И сейчас каждый человек может начать свой собственный международный бизнес всего лишь за 220 долларов. Это очень небольшие деньги, которые позволят вам иметь доходы, размер которых будет зависеть только от того, насколько вы активно будете участвовать в этом бизнесе. И все, что нужно для успеха, все, что нужно для достижения ваших целей, у нас есть. Мы даем готовую бизнес-систему под ключ. Вы получаете классный красивый офис, вы получаете классный красивый сайт, интернет-магазин, вы получаете управление для этого бизнеса, мощные маркетинговые системы, обучение, командную техническую поддержку, автоматизация бизнеса через интернет. Все, что нужно для того, чтобы зарабатывать на этом рынке, в интернете, все готово, все разработано, все есть. Вы получаете эту систему, вы ее покупаете один раз и используете для своего бизнеса. А потом продаете своим друзьям, знакомым эту возможность. И все, чего вы добьетесь в этой компании и вообще в своей жизни, зависит только от вас. Кем вы будете? Большое количество людей ничего не меняют в своей жизни, десятилетиями зарабатывают большие деньги. Но сейчас мир меняется, информация увеличивается в десятки раз каждый месяц. И те знания, которые имели наши отцы и деды, они уже неэффективно работают. Приходят новые системы заработка, приходят новые технологии. И если двигаться в ногу со временем, то человек не сможет стать успешным. Поэтому
Используйте новые технологии, используйте новые знания. Если вы до конца чего-то не понимаете, обратитесь к тем людям, которые вас пригласили в этот конференц-зал, узнайте поподробнее, читайте литературу, читайте, получайте новые знания. И я вам рекомендую, тем, кто еще не присоединился к этому бизнесу, принимайте решение как можно быстрее, присоединяйтесь к бизнесу прямо сейчас, регистрируйтесь и начинайте строить свое финансовое будущее, свой новый бизнес и зарабатывать серьезные деньги. Такие возможности для каждого приходят не так часто. Такие компании крупные выходят на рынок раз в 10-15 лет. И от того, используете вы эту возможность или нет, зависит будущее ваше. Через 2-3 года такое бизнес-предложение наше уже не будет актуально, потому что рынок уже будет сформирован. Только те люди, которые в числе первых присоединяются к крупным проектам, зарабатывают серьезные деньги. Дальше уже будет меньше. Поэтому принимайте решение как можно быстрее, присоединяйтесь к бизнесу. Я желаю всем успеха и скорейшего достижения финансовой независимости. Благодарю всех за внимание. Всем спасибо. До свидания.